Как настроение? Отличное, боевое. Прекрасно. Супер хорошо. Хорошо. Максим Николаевич, все по плану? Все вовремя. Вперед, огром. Как полет? Полет нормальный. Ребят, есть силы на второй перелет. На третий нет. Легко вам? Да. Встал, я хочу в кроватку. Как же вечерняя тренировка? Не сегодня. Скажи, там массажный стол? Там нет. Выход в город. Ну все, спасибо вам. Пожалуйста. Вперед, Акрон. Добрались до гостиницы. Николай, вот если вы расскажете стишочек около елки, то у вас в качестве подарка будет голевая передача. Сейчас надо марафетный. Песня, песня. Кость, какая песня утренняя? Спектакл, спектакулос. Белая! Обязательно, чтобы капитанская в кадре была. Мы Акрон! И теперь с эмоцией, ребята, мы Акрон! Хватит! Давай, 3-4! Мы Акрон! Рабочие будни футболистов. Дай, ну чё, как ты? Нормально всё. Нормально. Рабочий процесс, все идет. Константин, по мотивам тренировки какая песня у вас в голове играет? Черный мерин, хамалиновый. Футбол это? Жизнь. Серый, футбол это? Соглашусь с ним. 5 числа мы ждем на заключительной игре. 5 числа мы ждем тебя. Давай. Нет, 5 числа. Все, это сюда. Можно уже смешной ролик из этого делать. Я так и хочу. Приходи поддержать нас. Хочется поехать на море, да? Взять барышню любимую, сесть в кабриолет. Несколько слов, друзья, от главного тактика, от главного стратега тольяттинского футбола. О настрое, о ситуации в команде. Все здорово. Будем сейчас на победу играть. Я еще забыл представить, это самый эмоциональный человек. Витамины все в норме? Витамины. Показатели. Наши солнце и вода, наши лучшие друзья. Все растерты, все размяты, все готовы. Главное в тонусе голова. Это разминочка такая, без мячей. Мы, да, мы заметили, спасибо, но спасибо, что вы уточнили. У нас новая рубрика, бегаем с Максимом Малаховским. По выходным. В такую погоду ожидаем только отличной игры. Да, пошли! Давай, парни! Василий Пьянченко, который сегодня в стартовом составе... Вперед, Акрон! Вперед, Акрон! Вперед, Акрон! Нам нужна только победа. Вперед, Акрон! Гол забивай! Гол забивай! Браво! Браво, га! Ой-ой-ой! Голеностоп наступили, Рэсси. Там мяч, борьба была. Не-не-не-не-не. Если затупил, то нечаянно это было. Даур, красавчик! Мы с тобой!
Спасибо.